Книга «Открытым оком», том 3, тема «Политика», вопрос 1158. Расскажите о масонстве и правда ли, что Кутузов был один из них? Если это так, то как к этому относиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга «Премудрость Соломона», 2 глава, 24 стих. Цитата. «Но зависть у дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее, принадлежащие к уделу его». Есть люди, которые живут по принципу, в кавычках, «день и ночь и сутки прочь», и ничего, кроме своего горшка, не видят, что делается за пределами его хаты. В кавычках, «моя хата с краю, ничего не знаю». А есть те, кто думают, заботятся не только о правильном устройстве жизни в государстве, но и во всем мире. Как обустроить этот мир, чтобы не было войн, голода? Все-таки земля – это такая маленькая люлька, в которой мы все рождаемся, и такая большая могила, в которую мы все умещаемся. Мы привыкли во всем мыслить трафаретно, как нас научили, относительно завоевателей всего мира – Чингисхана, Наполеона, Гитлера, Сталина. У каждого была своя идея – желание мирового владычества, как у римского папы или патриарха Никона. Алексей Толстой в своем романе, в кавычках, «Гиперболоид инженера Гарина», все известные ему методы достижения этой власти сконцентрировал на одном человеке, но прерывает этот эксперимент за счет революционного бунта. Он знал, что при другом финале книгу его не пропустят, а его арестуют. Действительный замысел писателя от нас сокрыт. Чтобы усупить бдительность властей, он назвал роман научно-фантастическим. В действительности же мир идет именно этим путем. Как сделать так, чтобы не было ни воровства, ни революции, ни пьянства, ни наркомании и вообще никаких преступлений, чтобы все были довольны, не было перенаселения земли и голода? Это грандиознейшие глобальные задачи. И кто скажет, что эта цель плохая? Земля – это общий дом. И вот нашлись умные люди, которые в тиши кабинетов решили все это обмозговать и поставили такую задачу – привести все к единой вере. Прекращаются межрелигиозные войны, поставить всех до единого под общий контроль, слежку. Это поможет с корнем вырвать в самом зачатке всякую мысль о преступлениях и мятежах. Для этого всемирные «гроссмейстеры» в кавычках, то есть умные люди, конечно, не цыгане, а евреи, нарисовали план достижения этих благородных целей. И все это изображено в циничном проекте, называемом в кавычках «протоколы сионских мудрецов». Количество руководителей должно быть примерно 1 к 50. Это образец, канон, данный Соломоном. Руководитель не каждый, но все же должен знать приблизительный круг планируемых работ на своем участке. Рабочие названы гоями, а руководители – масонами. И они ищут таких умных, перспективных уже на студенческой скамье. Чтобы все было серьезно, не игровое, они создали ячейки, масонские ложи со смертельно жестокой дисциплиной. С обязательством помогать всегда друг другу и выдвигать на все должности. Масонские ложи ныне пронизали все – церковь, армию, правительство, бизнес, банки. Почему бы Кутузову и не быть исполнителем благородных целей, притом всемирного масштаба? Но конечный замысел скрыт под личиной этих благородных идей почти от всех масонов. Но сейчас об этом говорят открыто – это строительство третьего Соломонова храма. Прочтите хотя бы эти книги «Госполитиздата» в кавычках «ЦРУ против СССР» Н.Н. Яковлева в кавычках 1 августа 1914 года того же автора в кавычках «За кулисами видимой власти» и в кавычках «Масонство в России» и многие другие. И они придут к исполнению своего замысла, и их выдвиженец явится миру. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, цитата. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, цитата. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих,
и истребит явлением пришествия своего. Но в их замыслах исполнится только то, что допустит Господь. Книга Иова 5.12, цитата. «Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Псалом 32, 10 стих, цитата. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей». Книга Исаия 8, 10. «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». 2 Коринфянам 10, 4, цитата. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». К этому относиться нужно совершенно спокойно, полагаясь во всем на Господа. Лука 21:34, цитата. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не оттягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно».